Александр Владимирович, дорогие друзья, дорогие братья, позвольте мне в этот прекрасный торжественный день поздравить вас всех с большим великим праздником, Днем Республики. Я сегодня очень горд и разделю, наверное, мнение своих коллег, друзей, с кем я сюда приехал, присутствовать сегодня здесь, на этом большом празднике, Дне Республики. Знаете, здесь было отмечено, что 3 года – это не так много. Да, согласен, для истории это не так много, это миг. Но 3 года в жизни каждого человека, в судьбе каждого человека – это большая история. 11 мая 2014 года народ Донбасса определил свою дальнейшую судьбу. Народ Донбасса на референдуме принял решение о строительстве своего государства. И сегодня вы все вместе делаете все возможное и невозможное для того, чтобы Донецкая Народная Республика процветала и стала мощным государством. Дорогие друзья, позвольте мне поздравить вас с этим большим праздником. Я искренне верю в то, что, надеюсь верить, что 2017 год станет переломным в судьбе вашей республики, переломным в хорошую сторону. И все те основы, которые были заложены, они найдут свое отражение. С праздником вас, мои дорогие!